Годы берут свое. 70 лет театральной студии СПБГУ. Ее выпускники, актер БДТ Сергей Лосев и звезда кино Борис Смолкин, чуть младше нашего университетского театра. Но тем не менее, это не помешало им ностальгировать в унисон. У них одна страсть – театр. Они вместе делали первые шаги из-за кулис театра-студии. Оба теперь здесь, вспоминают лучшие роли и первые овации в компании старых друзей. Оба познакомились почти полвека назад. Тогда, в далеком 66-м, Сергей Лосев постигал теории Гаусса и Ковалевской, а Смолкин после очередного провала в театральном решился пойти на первый курс химического факультета, но, как оказалось, не случайно. Ну, дело в том, что меня так случилось, что я первый раз после школы пошел втихаря поступать в театральный институт, провалился благополучно с третьего тура, ребята. С третьего тура. В 2:00 ночи я опущенный шел с Маховой на улицу Маяковского. Я скрывал, никто не знал, что я поступаю, но дома, по крайней мере, не знаю. Утром я пришел забирать документы из приемной комиссии, и на моих документах лежала записочка. Приходите, пожалуйста, в театр-студию университета. В.В. Петров. Все. Вопросов, куда поступать? Конечно, в университет, потому что близко ходить в театр-студию. Вскоре у обоих сбылась мечта – поступление в Институт театра, музыки и кино. Позднее голосистого Смолкина приняли в труппу театра музыкальной комедии, а харизматичный Лосев покорил сцену БДТ. Правда, всероссийская известность пришла к ним после кино. В этом году, 6 лет со дня смерти, их товарища, коллеги и просто очень хорошего друга, актера Андрея Толубеева. После минуты молчания, в зале, где собрались лица молодости, Смолкин и Лосев читают Чехова, поют старые песни и злободневные политические куплеты. Они всех приглашают вскоре собраться здесь, под сводами «Альма-Мадр» и в честь юбилея родной студии отдать дань десятилетиям дружбы. Когда простым и нежным взором бросаешь ты, я уйду, я обучаю светлым взором, а за ним я вспыхиваю дух. Илья Шувалов, Евгений Горяев, «Самое время».